А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Алекс Фреш. Мы продолжаем играть в Expedition и проходить Карпаты. Итак, давайте начнем новую миссию. В этот раз мы не поедем спасать кого-то. Ну, если по миссии, конечно, не будет. Будем основные миссии проходить, то есть экспедиции. Итак, что у нас там начато? Вот у нас есть горные лабиринты. Зловещий треугольник. Нифига себе. Оплата 46 кусков. Что должен сделать? Убить кого-то? Мы прокладываем туристический маршрут к древним постройкам в окрестностях. Три такие постройки образуют равносторонний треугольник. Но мы успели найти только одну из них, прежде чем нам пришлось эвакуироваться. Все данные о втором сооружении остались в лагере. Если вам удастся найти эти данные, возможно, вы сможете отыскать и остальные объекты. Ух ты. Так. Давайте возьму анг. Будем прикатывать его. Так, и надо бампер этот говняный снять. Где он есть? Передняя часть. Типа лебедка все. Ни лебедка не пашет, ни бампер не пашет. Так, ну складывать туда ничего нельзя. И это, в принципе, радует. Поэтому мы ставим серийный и кайфуем. Применить. Куплено. Продать. Нифига не понял, ну ладно. Так, все, бампер у нас стоит нормально, теперь можно ехать. Так, запчасти я, наверное, все так и оставлю, весь наш набор. Единственное, что, может быть, стоит взять топливо. Хотя, учитывая, сколько мы проехали в прошлой серии, накатали, и что мы тянули за собой, то я думаю, нам должно хватить. Наверное. Давайте начнем. А, нет, стоп, выбрать. Ой, выбрать этот. Возьму, наверное, 100 штук. СТОшечки. На косарик. Вон, предоплата у нас есть. Давайте возьмем один домкрат, раз нам бабки дают на что-то. Якорь. Я не знаю, есть ли в нем надобность. Но бабок нормально дают. Якорь тогда возьму. Так, 4900. Ну, сойдет. Все, я надеюсь, мне этого хватит. Давайте начинать. Так, ну а вон пост один, поэтому начнем с него же. Итак. Ой, кажется, мы уже под землю ходим, нет? Все нормально. А куда мне нужно поехать? Ну вон точка сверху. Но это, по-моему, на карте была. Сказали, нужно найти третью. А это если была, то значит еще одна где-то здесь. И потом мне будет скажут едь вот сюда куда-то. Так, а здесь можно, по-моему, проехать или... Нет, мы тут вниз спускались, тут переезжали. А, вот здесь я проезжал, все норм. Тогда ставлю куда-то вот сюда метку. Потом вот сюда. Ну и, соответственно, куда-то вот сюда. Поехали. Пока что все выглядит достаточно просто. Я вот думаю по поводу того, что анг тронуться не может. Может, ему тяжело из-за всякого навесного барахла. Типа, смотрите, типа мы поставили кузов, сверху этот багажник на крышу, все дела. Может, ему от этого тяжело ехать? Я просто, ну, я хочу понять. Или просто коробка дерьмо. Получается у нас, что передаточное число какое-то не очень, у нас он просто не может стартануть с места. Так, я ж надеюсь, я плыть не начну, потому что плыть мне не нужно. Слушайте, давайте попробуем... Боже, как ты задолбал. Не хочет ехать. Может попробовать здесь прямо пересечь? Нафиг мне щемиться куда-то там в сторону?
если мы-то, по идее, можем пересечь реку здесь. Согласны? Так, я понял. Так, метку уберу, поставлю вот сюда, потом сюда наверх. Но предварительно, кстати, можно будет где-то по пути остановиться, вот тут исследовать немножко. Не знаю, залечу туда, не залечу. А предварительно надо пропустить время хотя бы на два раза. Нет, еще на разочек. Вот, все, утро есть, отлично. Теперь можно ехать. Короче, он пытается, смотрите, он переключаться пытается. Он замедляется, потом начинает разгоняться. И когда идет переключение, он уже скорость не сбрасывает. То есть он переключается в тот момент, когда он начинает замедляться. То есть вот переключился. А передача только сейчас появится. Вот появилась, типа третья. Но вы поняли, да? Как эта схема работает. Так, ну тогда можно, наверное, все-таки наверх заехать. То есть неправильно отображение переключения передач светится. То есть он переключается правильно, просто отображается, что он еще не переключился, а по факту он уже это сделал. Так, ну полетели куда-нибудь. Слабый сигнал, все как мы любим. Так, о, нифига себе, сразу такая хлоп на 10% территория. Так, ну, в принципе, наверное, все. Карта, да. Так. Куда нам есть смысл поехать? Вот сюда? Просто мне кажется, что нам отсюда придется потом вниз переться. Вы так не думаете? Давайте, наверное, вот сюда пока что зайдем. Вниз. Или пофиг, сразу вот сюда. Отсюда, может, долетим куда-нибудь. Попробуем сейчас. Так, а как я туда хотел заехать? Вот отсюда? Что-то там слева не вижу проезда. Так, бинокля. Сразу всего по чуть-чуть. Ого, 83 шарахнул. Так, нам нужно наверх на скалы. Блин, я их не смогу исследовать слишком далеко. Но может хоть немножко сейчас там получится. Упс. Все это предел. Так, а вот здесь на горочке. Мы же, по идее, не посмотрели. Застрял снова дрон. Куда нахрен лететь, чтобы от него этот не летит, залагал. Сейчас заново запустим куда-нибудь.
Раз он не хочет лететь, я запущу еще раз. Давай сотку. Спасибо. Так, карта. Да. Так, найти информацию о следующем объекте в лагере. Так, в смысле, следующем? Вы сказали, одна точка. Я сейчас одну исследовал. Ищи в лагере. Так не проще было сразу сказать, идти в лагерь. И все. Что сложного-то? Так. А это же та дорога, по которой мы Анг тащили, по-моему. Так, мне нужно понять, как мне съехать вниз. Судя по всему, придется здесь скатываться. Или вот так вот. Вокруг. То есть вот сюда. Потом вот сюда. Тут, конечно, можно спуститься в теории, но... Я бы, наверное, не рекомендовал. Ну и куда-то вот сюда. Отсюда нам нужно... Блин, ну тут фиг знает, поднимешься, не поднимешься. Короче, вот до сюда. А дальше посмотрим. Поехали. Сейчас утону, да? Вода льется с него. Зона еще здесь повезло, что не пришлось много объезжать. Что так чуть... Таймыровский кустик, вы видели, да? Просто как... Поправило меня немножечко. Так, это... Ну, судя по карте, да, это здесь я собрался спускаться. А вот тут обрыв. Я что, баком дотронулся? Ну ладно. Что это было сейчас? Короче, да, тут вниз я не смогу, потому что как минимум я сяду на пузо. На шишиге можно было бы тут съехать. На Анке лучше... Да я ж не дотронулся баком, ёб твою мать. Чё ты ломаешься-то? Просто по баку бьет и все. Нифига не сломал... Точнее, ничем не дотронулся, баком дотронулся. Кстати, каркас сняли. Я сейчас только заметил. Без бампера, получается, каркас не стоит. Но... Так-то насрать. Все равно от них толку не было. Они так чисто для вида. То есть, как в SnowRunner один в один. То есть, они просто для картинки становятся и все. А так, получается, они не работают. Хоть тут написано, типа, я подумал, что они реально будут работать, но получается так, что они не работают. Собака, елка меня присосала. В целом норм, тут, наверное, подняться можно. Я бы не хотел, конечно, подниматься здесь, зная, как его будут стаскивать по сторонам, что его, что шишигу. Так, тут надо за счет длины, надо тогда наискось спускаться, не ровненько, а наискось, чтобы он хоть как-то нормально мог съехать вниз. Сейчас камни мне всю подвеску отобьют. Виды красивые, да? Реально красиво. Наверное, можно было справа. Вы нашли брод. В смысле брод? Я его уже находил. Но сейчас, да, сейчас стукнулся, не спорю. Тут я четенько все видел. Тут сейчас тоже стукнусь. Нет, не стукнулся. Так, а тот же мост построен, хорошо. Кстати, спасибо за коммент, что... Просто точки остаются, и мосты достраивать нельзя, что это, типа, косяк разрабов. Нужно будет придумать, как наверх подняться, типа,
до горы или после горы подняться наверх, чтобы это было безопасно. Второй едет. Так, карта. Ну, здесь тоже можно, я вижу, заехать. Но попадем мы сюда, поэтому тут проще через реку. Ну, хотя река тут тоже глубокая, и хз, смогу и пересечь, не смогу. Потому что, я помню, мы, по-моему, на шашиге перевернулись, да, или на чем там. Но тут подняться вроде как и должен. Вроде как. Сюда ехать... просто далеко. Но тут попробуем, не получится, заедем сюда. Согласны? И все. Так, налево, значит. Так, наверное, или хотя насрать. Просто думаю, может прям здесь пересечь, пока не поздно. Давайте здесь пересечем, пока тут мелко. То потом реально просто, чтобы на бок не завалился. Не хочу домкрат юзать лишний раз. По глупости, так сказать. Проще его использовать именно тогда, когда он точно пригодится нам, а не так, чтобы было. А, то есть это уже мой поворот. Так, ну тут немножко придется в водичку заехать. Надеюсь, вниз не сползу. Слушайте, по-моему, колесо заднее пробито на передней задней оси. Или нет? Хотя не, вроде. Как-то оно так промялось. На камушке я подумал, что пробито. Потому что здесь незаметно. Пробито, она не пробита. Так, это вот тут я собрался подниматься, да? Но шансы у меня небольшие. Я вам скажу. Давайте дрончик поднимем, просто посмотрим. Ого. Не то, что сказать, что шансы небольшие. Шансов у нас, по-моему, нет. Чтобы заехать наверх. Ну пофиг, давайте пробовать. Раз сюда приехали, давай попробуем. Плюс никого за собой не тянем, может сейчас на понижайке возьмет и выйдет. Единственное, что не знаю, вот ехать переться на камни прямо, или вот взять правее, сунуться и на дерево. И выехать в сторону того дерева, если что, лебеднуться. Мне кажется, это получше вариантик. В смысле, вперед не могу, что ли? Подожди, оно не рабочее дерево? А, оно не рабочее. Понял. Кажется, мы приехали. Давайте назад скатимся. Так, ну раз дерево не рабочее, то шанс только налево переться на камни. Поехали потихонечку. Вы нашли склон, да, я знаю. О, нифига себе, куда можно.
Ау. Так, автомат. Поехали туда. Раз нас приглашают, то почему бы и нет? Блин, уже сожрало больше, чем полбака. А у нас, по-моему, канистр на один бак не хватит. А, вот миссия. А, вон лагерь сверху, понятно. Так, карта. А, метки попропадали. Тебе туда, понятно. Успешное сканирование. Так, может тогда нам надо этот, как его, пробиноклировать немножко. Так, вот это все я открываю официально, официально открываю все. Мостик валяется. Что там такое? Ага. Ты же куда я нафиг смотрел? Скала за скалу слева. Короче, бинокль работает тоже, походу, на определенную дистанцию. Так, мне ехать. Найдите следующий объект и исследуйте его. Угу. Так, ну, сюда дорогу мы знаем. Дальше придется импровизировать, куда нам поехать. Потому что вот тут, по-моему, что-то у нас было не очень, да? Но мы как-то проехали. Так, если увидим припасы, нужно будет, наверное, их это... забрать. Все, приехали. Сейчас будет минус подвеска, потому что эмеровских кустов, я смотрю, тут миллион просто стоит. Потом, мне кажется, сейчас у нас что-то отрыгнет от них. Так, ну сюда в воду я когда-то смотрел, и было как-то, ну, некрасиво здесь. Но мы сюда не подъезжали, поэтому тут мы можем хотя бы дрон поднять и посмотреть, что здесь творится. А, ну то есть я могу тут справа объехать по кустикам в ту сторону. Там река, и точка видно, что не на возвышенности. Давайте тогда попробуем справа. Хоть часть карты приоткроем немножко, чтобы знать, куда нам, если что, ехать в этой местности. Давай, потихонечку, потихонечку. Просто не может переварить эти кусты, бедненький. Так, ну тут тоже нужен дрон, просто чтобы подняться вверх и посмотреть, можно ли ехать сюда вниз. Так, ну там я вижу, что можно пересечь на другую сторону. И как бы нам как раз таки... Туда, бесполетная зона, понятно. Потому что вон там, по идее, на камнях тоже можно, но выглядит это небезопасно. Поэтому едем сейчас туда. На камне и по тому бережку. Надеюсь, там можно. На крайняк мы проплывем. Плавать-то он умеет. А прикиньте, если без бампера плавать не будет, это будет смешно. Ну тут тоже вроде, наверное, можно. Ну, камней много. Так, вот эту рогатку вообще дотрагиваться до нее нельзя. Слушай, ну слева, наверное, можно. Ой, слева. Справа.
Наверное, можно справа. Да давай уже. Вот здесь. Ого. Заехал. Ну вот тут прямо можно, наверное. Поплыл. Че фары не горят? А, горят. Так, автоматик. Пока что день не буду перематывать. Сейчас до точки, наверное, успеем доехать. Тут надо ближе к водичке, иначе я сейчас опрокинусь. На колеса вроде бы тоже как бы негде ставить его. Точка это явно не последняя. Следующая, небось, будет поесть тоже, исследуй территорию. А потом снова. Типа прям треугольничек сделай. Так, я задолбался. Давайте ехать на понижайке сюда, на подъем, потому что он не выйдет никогда в жизни. Так и будем. Вот это поехал, остановился, поехал, остановился. Так, стопэ, а что я за точку вообще воткнул? А, так это не та точка. Без лишнего шума. Может, там мостик надо построить? В смысле, так. Кто там писал в комментах, что миссии сразу доступны? Это я не вижу, чтобы была сразу доступна. Или вы имели в виду контракты вот эти? А поручения нет. Где это у нас там? Наверное, мостик строить. Поехали, посмотрим. Может, реально мост строить. Хотя, с другой стороны, ничего не вижу. Ну, чтобы было. Блин, а тут нормальный, по-моему, проезд. Смотрите, там камушки. Следить. Портативный бур, понятно. Так, где там у нас наша основная миссия делась? Так, это почему я не могу ее активировать? А, или я могу нажать на нее этот, не следить, да, нажать? Во. Так, тогда проматываем время. Раз, два, три. День, день. Так, карта, что мы видим перед собой? Мне нужно понять, мне поехать вот сюда вот? Или поехать вот сюда вот? А точка вот здесь. Сколько? 400? 400. Но, если честно, выглядит так, будто особой разницы нет. Там единственное, что камни какие-то не очень. Но я думаю, проехать там можно. А вниз тоже. Ты заедешь по говнам скакать, по камням скакать. Так проще справа поскакать по камням. Согласны? Поехали направо. Надо заправиться. Надо было больше брать. Если честно, я думал, что мне этого топлива с головой хватит. Сейчас я понимаю, что я туда сейчас приеду, а топлива уже будет меньше, чем полбака. А нас еще куда-то отправят. И, видимо, миссия была топливная какая-то у нас. Просто бери, набивай полные карманы топливом и едь. Называется. Так, а где мне на камни съехать? Здесь или чуть... А, вот тут чуть повыше, да? Только все равно нужно на них посмотреть.
А, ну... Так-то вроде ничего страшного. Издалека было как-то по-странному немножко. Тут сейчас смотрю, вроде норм. Главное повернуть направо. Сразу к этому дереву. Прошел жопой. Точнее, кузовом. Боялся, чтобы не застрять там, как мы любим. Блин, камни скользкие. Баком. Нет бы, чтобы подвеску, там двигатель, как обычно. Бак тебе. Просто топлива мало. Давай мы тебе по баку постучим. Немножечко. Чтобы тебе мало не казалось. Ого. Хорошая тут ямка. Так, я предполагаю, что мне налево, но все равно нужно, как обычно, исследовать местность. Ну, оно все рядышком. Да, тут все проходимо. Замечательно. Поехали налево. Почти добрались. 100 метров. В принципе, мы уже видели туда дорогу. И все. Что только может быть. Добрались. Отлично. Припасы, кстати, лежат. Этап завершен. Ну, естественно. Найти последний объект и исследовать его. А, так это треугольник по этим объектам. Оп. Оп. Другой. А на карте есть что-то? Ну, какое-то говно есть. А здесь? Тоже какое-то говно есть. Так, значит. Ищем какое-то говно. Вот здесь. 100%. Потому что больше негде. Это нам нужно сюда наверх. Так, а чтобы наверх попасть, здесь мы не переплывем. Наверх слишком далеко, снизу. Снизу можно объехать. Долго, конечно. Проще в гараж тэпэхнуться, из гаража поехать. В десятки раз проще из гаража поехать. Ну ладно. Так. Припасики. Я, наверное, куда-то сюда доеду, подниму дрон и посмотрю. Поехали за припасами, потому что топлива мне не хватит туда добраться, мне кажется. Знаки тут. Пещера вон даже есть. А, ну ладно. Я думал, залететь можно. Так, топливо. Забираю все. Так, мне еще сказали, что я невнимательный, что можно перелить к себе. Допустим, если я заюзаю инвентарь. Нет. Нет, control. Полный бак есть. Таб нет. И нет. F. Не, не туда. Сюда. А, вот. Точно. Я в натуре не видел. Но оно в упор передо мной, я смотрю, не вижу. Так. Якорь, оникс. Ну как-то ониксы можно на самом деле собирать. Но они каждый раз респавнятся новые. Если нам прям будет какая-то бешеная необходимость, то думаю, мы найдем. Мост. Во, смотри, моста нет. Мост. Тогда сейчас нужно будет спуститься, мост построить. Единственный вопрос, как туда доехать. Но мост я построить готов. Так, а здесь я строил мост. Сюда я не поеду строить мост. Не знаю, сколько он может стоить, кстати. Наш мост.
Без лишнего шума. Что-то знакомое. Это здесь было? Да. Так, а что там было без лишнего шума? А, там груз нужно было забрать. Понятно. Так, хорошо. Сколько у нас там есть барахла? 350. Но 350 хватит на любой мост. Вот прям на любой. Будет ли у нас по пути другой мост, кроме этого? Но я сомневаюсь. Но метка тоже, смотрите, она расположена здесь. Куда мост? Ну вот сюда, может быть. Может быть дальше? ХЗ. И получается, она отображается только там, где мы что-то видели. Причем тут только в одну сторону. Ну ладно, давайте возьмем, на всякий случай. Они же все равно новые зареспавнятся, правильно? Бесконечные тут. Каждый раз заходишь в игру, каждый раз новое лежит. Поэтому я думаю, что можно забрать. Повернуть сейчас не смогу с первого раза. Не повернул. Удивительно. Так, а что я тут ставил? А, я хотел, наверное, посмотреть на дроне, как спускаться. Ехать можно куда угодно. Дорог здесь много, я вижу. Но, если честно, ничего полезного я не увидел. Чтобы мне помогло. Так, ну смотри. Слушайте, тут река, конечно, мощная. Типа, вот тут могу проехать, тут могу. Тут спуститься, но это опасно. Здесь спуститься тоже. Но хотя вот тут якобы как дорога. Сюда вниз, всюду камни. Тут вообще даже не прорисовались. То есть в идеале съехать куда-то вот до припасов. И... короче... как мы делаем? Мне нужно попасть куда-то вот сюда. Потом вот сюда. Потом сюда вниз. Попасть потом вот сюда и мостик отремонтировать. Поехали искать проезд. Ух ты, блин, это что такое? Новый корень какой-то. Такого еще не видел ни разу. Так, наша следующая точка. Тут какие-то камни должны быть. А вот мы по ним едем. И где-то ниже там должны быть еще. Вроде бы как. Тупо вниз прямо. Окей. Так, где-то тут получается у нас припасы, и где-то тут слева будут камни. Я должен спуститься вниз. Вот припасы, вот камни. И я собрался вон туда вниз спускаться. Ого. Заглянем. Не знаю зачем. Все то же самое. Так, давай назад. Надо искать проезд слева от этих камушков. В теории можно... Вот, отлично, вот тут.
Ой. Так, вот прямо сейчас смогу повернуть. Ага, с его управляемостью тут, конечно. Повернуть сложно. Черт возьми, как туда добраться вообще? Так, раз, два, три. О, сейчас посветлеет. Можно биноклей сразу тут поизучать. Всякое разное. Но как вариант, вот тут можно переплыть. Может быть. Но вот тут ехать я не хочу. Так, надо еще светлее. Темно слишком. На дроне надо пролететь, посмотреть. Так, ну блин. А, вот тут справа можно проехать. И вон еще проездик. А что вообще дает мост сюда? А это что, это миссия или мост? Он же с двух сторон обычно. Мост светится. Мост. Но туда не доеду, давай направо. Ну, в баню туда переться. Так, понижайку ныряем. Сейчас как раз сможем узнать, будет плыть, не будет. А, он проехал. Я думал, он поплывет, он взял и проехал. Интересненько. Нет, таймыровский кустик, это не то. Ух ты, как хорошо. Вылетело? Непонятно. Да, вылетело. Все сделал? Сделал. А как же автоподкачка? Или там настолько все плохо у меня было? Так, хорошее дерево здесь, конечно, лежит. Очень удобно. Угу. И что дальше? Получается, дальше ничего. Блин, это тупо. Так, мне, короче, нужно... А, я тут катался, по-моему, по этому бережку. С края вокруг. Короче, мне нужно вот сюда. На мостик. Дальше будет видно. Тут я не хочу ехать, вот здесь мы катались. Короче, нужно просто на другой берег как-то свалить. И все будет хорошо. Блин, ну миссия, да? Вот по факту одна миссия, но насколько она затяжная получается по времени. Прошлая тоже была капец. Блин, ну если я напарюсь на это дерево, я ж оттуда не выйду никогда. А там камушки. Так, заглушить дрончик. Да, там реально глубоко. Хотя лебеднуть дерево, может, и можно. Тут камни, камни. И что, дальше туда, что ли, ехать? И вот тут где-то пересекать. Потому что тут утонуть не успеем, и деревьев много. Поехали попробуем дерево лебеднуть, если нам повезет. Все равно ж плавать можем. А,
мне лебедка не пригодилась. Но вот в плане плавания Анг, конечно, очень силен. Прям слишком. В принципе, плавает, хотя этого делать не должен. Так, это здесь я собирался, да, по кругу кататься? Круг почета сделаем на мостик. И дальше будем искать дорогу наверх. Запчасти хоть лишние брали с собой, но зато заюзали. Мостик теперь есть. Думать ни о чем не нужно. Отлично. Проехали. Припасы тоже брать не буду. Можно было бы на самом деле их все пособирать, отвезти на базу, но я не хочу на базу ехать. Я хочу просто сделать эту миссию. Ну, кстати, я отсюда смотрю, подъемов тут хватает. Вон слева можно подняться, наверное. Далеко объезжать. Я, пожалуй, пройду слева. Ну, в баню этот мостик, конечно. Хоть он и приносит пользу, но проще по реке прокатиться. Безопасней. Так, приехали. Глушим и смотрим. Ну, хороший вариант куда-то вот ломануться вот сюда наверх. Потом вот сюда. Потому что вот тут слева, ну... Даже сюда заехать нужно, а тут хлоп прямо наискось и все. Тут куча подъемчиков разных. Да? Думаю, да. Поехали. Так, подожди, а мне сразу проще? В принципе, пофиг. Можно налево и сразу направо. А, так там вообще шикарно все. Ползем. Просто пока не увидишь, не узнаешь, потому что карта здесь обманчивая, как обычно. И приходится выдумывать. Так, а тут как я собирался ехать? С краешку получается. Давайте с краешку. Потому что по лесу, мне кажется, я могу не пробраться. Хотя просветы хорошие там. Может, там можно было хорошо прокатиться. Но лучше объехать. Исследовать. На фотографии исследовать последний объект. Угу. Фото. Mission complete. 46 кусков. Жирненько. Миссия жирненькая. Шины Анко. У нас подвески нету. Слушайте, надо посмотреть. Так, в штаб. Больше мне ничего не надо. Надо в штаб зайти посмотреть. Анко это случайно не те жирные наши любимые или как? А, подожди, я тут, по-моему, где-то могу это сделать. Вот гараж. Тюнинг. Шины. А, то есть мы какие-то открыли, но какие неизвестно. Кстати, он 51-й, оказывается, есть. Ну, подвеска нужна.
А, то есть, подожди, так резина-то доступна нафиг. Просто подвеску пишет поставь. Ну вот подвеска это проблема. Нужен лифт. Следуйте регион просто, да? И все. Какой регион, где, неизвестно. Ладно, народ. Думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой контакт. Контакт. Канал. Контакт. Меня нет ВКонтакте, если что. Все ссылочки будут в описании под роликом. На с вами был Алекс Фреш. И всем пока-пока.